Платежки с дополнительной финансовой нагрузкой, которые многие ульяновцы получили за минувший январь, породили слухи, в том числе о повышении тарифов за отопление. Энергетики объясняют, суммы выросли вполне законно, но тарифы тут совершенно ни при чем. Такие ситуации возникают не только в областном центре, но и за пределами Ульяновской области. Соседние поволжские города сталкиваются с аналогичными ситуациями. Что происходит буквально, объясняют представители ресурсоснабжающей организации. Если, вот, допустим, сейчас у нас температура близкая к нулю, и на выходе с наших ТЭЦ выходит температура 83 градуса, то по температурному графику января месяца и температуре наружного воздуха 28-29 градусов, у нас были пики в январе, у нас температура достигала 124 градусов. Соответственно, чем больше тепловой энергии мы производим, тем больше тепловой энергии приходит к нашему клиенту, к жителям города. Эта тепловая энергия фиксируется на узлах учета, которые у нас установлены практически сейчас во всех зданиях с нагрузкой больше 0,2 гигакалорий. И за счет этого у нас увеличивается платежка гражданина. В реальности уже не первый год жители областного центра сталкиваются с необходимостью принимать ответственные решения на уровне каждого конкретного дома. Какие именно и почему сложившаяся ситуация неприятна, но нормальна в существующих реалиях, а также практические советы, как нести меньшие расходы при большем комфорте, смотрите в эфире нашего телеканала в четверг, 25 февраля.